папа, ты опять играешь в эту Гренни? Но мама! Я же просила тебя больше не играть в нее. Это плохая игра, потом кошмары ночью будут сниться. Мамочка, но мне совсем не страшно. Я не желаю, чтобы мой ребенок играл в такие игры. И где это видно, чтобы старушка была убийцей? Они же всегда такие милые и добрые. Кстати, звонила бабушка и просила нас навестить ее. Но я не могу поехать, поэтому папа тебя подвезет к ней по дороге на работу. Привет, Пеппа. Привет, Слендер. Здравствуйте, папа Свин. Добрый день. Какими судьбами, Слендер, тебя занесло к нам? Одиночество. После того, как я отпустил всех детей на волю, мне стало невыносимо одному в своем логове. Я так привык к ним, особенно сдружился с вашей Пеппой, и вот пришел к Пеппе в гости. Папа Свин, отпустите, пожалуйста, вашу дочку погулять со мной во дворе. Хм. Странное предложение от такого злодея, как ты. Но я же исправился. Нет. Не могу ее с тобой отпустить. Пеппа сейчас едет в гости к бабушке. А можно мне взять с собой Слендера? Я не против. Не думаю, что бабушка будет в восторге от такого гостя. Ну да ладно. Она гостеприимная свинья. Скорее всего, проблем с гостем не возникнет. Садитесь в машину. Я, наверное, сам доберусь. Телепортируюсь туда и подожду вас. Не валяй дурака, Слендер. Ты ведь не знаешь, где живет бабушка. Заблудишься еще. Садись в машину. Ладно. Все, Пеппа, я на обратном пути заеду, заберу тебя. Не обижай бабушку. Кто там? Это я, бабушка, твоя внучка Пеппа. Дерни за веревочку, деточка, дверь и откроется. Тут нет веревочки. Тогда просто входи и ничего не дергай. Здравствуй, бабуля. Я пришла не одна. Со мной Слендер, мой друг. Ага, что-то я уже слышала о нем. Кажется, сериал о нем сняли. Да, Слендер в окне называется. Ой, что же это я? Совсем не предложила вам чайку с печенькой. Пеппа, внученька, сходи, пожалуйста, на кухню, принеси печеньки. Ага, бабуль. Бабуль, а там нет печенек. Я везде посмотрела. Ну, конечно же, нет. Откуда им взяться, если вы с собой ничего не принесли? Прости, бабуль. Я совсем не подумала, что без гостинца в гости некрасиво идти. Нужно было с собой взять хотя бы пирожков и горшочек маслица. Ступай, внучка, в магазин и купи там чего-нибудь к чаю. Давайте я. Я умею теле... Короче, я мигом, туда и обратно. Нет-нет, останьтесь. Вы такой приятный молодой человек. Я хотела бы с вами пообщаться немного. Ступай, внучка. Молодой человек, не могли бы вы оказать мне услугу? Конечно. Чем я могу быть вам полезен? О, господи! Он еще и так любезен! Принесите мне, пожалуйста, с чердака плед. Я так озябла, а сил подняться наверх совсем нет. Я так стара, ноги мои меня не держат уже. Да, конечно, без проблем. Сейчас принесу.
Кажется, вот этот плед. О нет! Это ловушка! Принесла? Да, вот. А где Слендер? А Слендер ушел. Как ушел? Ну, вот так. Сказал, что соскучился по своим деткам и отправился к себе домой в лес. А как же я? Как он мог уйти, не попрощавшись? Ну вот, видишь, внучка, какой он оказался плохой друг. Ты забудь про него и не жалей об этом. Я сразу поняла, что он нехороший. Ой, что-то меня ко сну клонит. Ты, внученька, извини меня, но я вздремну. Не могу больше сдерживаться. А ты ступай домой. Я, наверное, долго спать буду. Всю ночь сериалы смотрела. Как скажешь, бабуль. Ну что, злодей, попался? Не ожидал тут встретить магическую ловушку? Вы ведьма? Да, теперь я могу признаться тебе, ведь ты уже никому не расскажешь, потому что я уничтожу тебя. Вы не посмеете, сейчас вернется Пеппа, и она будет искать меня. Она очень расстроится, если меня не окажется в доме. Не переживай, я уже отправила ее домой. И поверь, она ни капли не расстроилась. Почему? Почему вы хотите уничтожить меня? Ведь я не сделал вам ничего дурного. А разве не ты выкрал Пеппу? Маму-свинку и папу-свина, и удерживал их у себя в логове. Да, было дело, но я ведь исправился. Послушайте, бабушка-свинка, вы, наверное, насмотрели сериала «Слендер в окне», но не посмотрели второй сезон. Там ведь все закончилось хорошо. Я всех отпустил. Ты будешь наказан за все злодеяния, которые совершал, и нет тебе прощения. Но ведь и злодеям нужно давать шанс исправиться. Я ведь осознал. Я осознал, что приятнее делать добрые поступки, чем плохие. Прекрати болтать и дай мне настроиться. Я забыла заклинание, которая сотрет тебя с лица земли. Бабушка, что тут происходит? Пеппа, твоя бабушка хочет меня уничтожить. Пеппа, я же тебя просила идти домой. Я пошла, но по пути я поняла, что ты меня обманула. Слендер не мог вернуться к своим детям в логове, так как он их всех отпустил. А еще он не мог так поступить со мной. Уйти, не попрощавшись, потому что он мой друг. Отпусти его, бабушка. Но он ведь так много горя принес нашей семье. Это уже в прошлом, бабушка. Он исправился и больше не будет делать зла. Если ты любишь меня, отпусти его, пожалуйста. Но я прошу тебя. Ладно, внучка, будь по-твоему. Но если вдруг он опять возьмется за старое... Не возьмусь, бабушка-свинка. Честное слово, не возьмусь. Ладно. Идемте чайку, что ли, попьем? Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Фопсик БС, привет. Привет, Миша Хоррор. Привет, Арина Спирина. Привет, Артём Ковтун. Привет, Ратмирбро, Ратмирбро. Капюшон Слейд, привет. Артур Крёс, привет. Андрей Выровой, привет.
Настя Кэт, привет. Анастасия Авакин. Или Авакин. Ну и вот на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои приветы и делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и, в принципе, все на сегодня.